Моя и пение мое, Господи, быть мне во спасение. Наказую наказами, Господь, смерти же не предадимя. Пусть мое пение мое, Господи, быть мне во спасение. Наказую наказами. Крепость мое, пение мое, Господь, быть мне во спасение, премудрость. К римлянам послание святого апостола Павла, чтение, братья, должны есть мы сильнее немощи немощных носите, и не себе угождайте, киже вас ближнему да угождает во благое к созданию, ибо и Христос не себе угоди. Ну, як уже есть писано, поношение поносящих тебе на подушу на мя, и ликово преднаписано выше в наше наказание преднаписавшися, да терпением и утешением писания упования има мы, Бог же терпение и утешение да даст вам тоже мудровать и друг ко другу о Христе Иисусе, да единодушно, единым усты славите Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, тем же приемлите друг друга, яко же и Христос прият вас во славу Божию. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Евангелие, мир всем. И Духове Твоему. Луки, Святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Он мне. Время оно, прийди Иисус Иерихон, и все муж нарицаемый Закей, те и бестали мы колено Тебе богат, и скажи видите Иисуса, кто есть, и не можаши от народа, ко возраста мал вем, и призыте к воздействе на яго, еще дойдите в них, посуди хотяши минуте, и яко прииди Иисус, возрев на невесты, видя и горечи к нему Захея, почался слези, не избегамуты подавает мне быть, и почался слези прият, ибо радуйся, и видевши все раптаку глаголуши, кого грешно мужу не девятати, сам же Захея речи ему, все полные милые, Господи, дам нищим, ящик, отчим, обидев, позащущи дверицу, еще же к нему Иисус, яко дни спасти, не дому всему быть, яко истей, сын Авраам есть, среди бы сын чей заскать и спасти погибшего. Господи, Господи,